Так, доброе утро. Почти. Почти утро, почти доброе, да, Яра? Яра сейчас в школу собирается. Уже каникулы закончились. Да, у нас, я не знаю, в других городах каникулы с сегодняшнего дня, а у нас уже каникулы закончились. Почему-то на неделю. Может быть, из-за вирусов перенесли каникулы все школьные на неделю раньше. У Яры сырники вот такие. Они, кстати, реально... А, что? Что? Командные игры? Хорошо. В школу? Ну, посмотрим, Яр, давай сегодня. У нас сегодня много чего. Там, наверное, все вместе пойдем, потому что... вот так вот. И там внутри сыр. Кукурузная мука без рисовой. О, 6 градусов на улице вроде, но быстрее всего, может быть, я не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас с Андреем поговорим на коляске. Или же машина. Ну, хочется тоже коляску, чтобы все-таки он уже сколько неделю-то не выходил, да, из дома. Ну, красавчик. Так, все, Зяра завтракает. Я завтракаю. Я сначала себе сыр, но потом решила кашу сварить. Андрей что-то себе греет кушать тоже. А что-то она у меня застыла. Ну что, ваши сырники эти 100-летние. А-а-а, доедать кушать? Собирают там по холодильнику все. По сусекам пособирал? Ну что делать, ну, жизнь наша такая. Да я никак не могу есть она. Своим беззубовым томбом жевать. Чавкать? Да. Чавкать. Ну давай, иди доставай, чавкай. А мне надо что-то сюда тоже, чтобы она как-то мне надо приловчиться ее меньше класть в каши. Она застыла. О. Не знаю, я как-то пока еще... О, ну отлично, это сырники, это творог. Потому что здесь... я сильно не люблю. Но... Ой, я не могу, давай убирай. Все. У меня какой-то токсикоз. Мне прям сразу тошнить этот от запахов, я не знаю. Я уже думаю о том, что может быть у меня вообще, ну, может быть я каким-то ковидом опять переболела, вот таким штучным, да? Потому что вот именно такая же слабость дикая после болезни. И ловлю себя на мысли, да, у меня все запахи меня прям раздражают до тошноты. Вчера была в магазине, там парень стоял, у него, ну, я не знаю, он не был пьяным. Возможно, у него и перегар был, но для меня такой был сильный перегар. Я прям его по всему магазину чувствовала, по всем этим, как где он ходил. У меня ковид? Ну, я тоже так думаю. С тем, как она у меня, с температурой голова и со всеми вытекающими, желудок, и поэтому думаю, все. О, Симушка, ты поел? Ты мой поел. Короче говоря, мы завтракаем, немножко сидим. Может, я творог, я не знаю, это надо есть, по-моему, достала двоих с творожным сыром, и будем собираться. Надо здесь еще привести в порядок, у меня она упала. В прошлый раз, я говорю, да, вообще не в состоянии как-то что-то лишний раз делать. Заставляю себя потолок, но надо делать, потому что теперь вот теперь у меня такой... Прям хочется здесь его переклеить. Я бы здесь вообще его до конца прям переклеила весь. Но это снимать, это здесь опять этот срач разводить, я даже не знаю как. Потому что, честно говоря, вот эта вот краска, все это дороже, чем купить. Здесь сколько кусочков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, здесь две упаковки. Чисто две упаковки положили вот ровно. Прям заново уложить. Ну, если взять от краюшка, то чуть больше будет. Еще не знаю, посмотрим. Надо подумать, может быть, здесь тоже что-то переделать, чтобы потолок тоже здесь закончить. Но это уже когда сейчас я снимаю комнату, стол уйдет, все, потому что здесь и шкафчики надо уже мыть, чисто ящики, то со стола стол, что-то здесь уже по шкафам, конечно, надо будет все это привести в порядок, все убрать, это все лишнее, все уехать по местам. А, звук? Угу, хорошо, ладненько, давай, все, и нам в школу. У нас сегодня литература. Русский. Два урока. Что?
Все, мы собираемся в школу. Объясни-то, господи. Да, погода уже, в принципе, почти все растаяло. Уже снега нету. Сейчас, подожди, карточки застынут. Будет потепление. Будет вообще хорошо. Пока тяжело в одежде. Вроде уже тепло, но одежду еще такую не снимешь. Как-то тяжело. И самому тяжело. Да. То ли после болезни у меня еще. Ну. Мне прям вообще сильно тяжело. Ладно, мы побежали. Времени нет. Сейчас пойдем, сейчас мама придет. Мы пойдем. Валберис там берет. Забрала? Ага. Опять ерунду какую-то. Что это? Тараканы. Да. У нас куча тараканов, да? Мы живем как бомжи. Вот так вот. А это что? О, как я угадала. Ага. Вообще красота. Ну как? Вообще шикарно. А? Хорошо? Шикарно. Я хочу такой сияющий тоже. Ага. Будет одинаково. Да. Все, пойдем. Убирай все, поехали. А то мы опоздаем, как всегда, сейчас выпученными глазами. Нам хоть за полдня выходи все равно из-за ними. Ну, потом все, выпученным. Запищал. Да, 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 будет так. Да, мы в школу едем, садись. Все, поехали. Нормально сейчас? Нормально. Даже уже сказал. Угу. Кстати, что? Так. Мне говорит, точно школа есть? А? Не знаю, сейчас придем. Охранник на нас посмотрит. Скажет, ты что приперлись-то? Ну сейчас там просто еще уроки. Ой, да, еще ну, такой массового миграции домой нету. Да, ага. Все уже будут разбегаться, уже тусовать в школе будет мало, потому что а смысла нету, можно погулять. А, нет, здесь? Да. А, ну хорошо. Ноги не забывай. У тебя руки идут вперед, а ноги забыли, что надо. Давай. Давай быстрее. Помочь? Я. Yeah. Так все задумал. Пока перемена. То есть урок идет, мы пришли еще раз. Да. Все болеют, все. Или... А, это... поэтому у нас наверное, может из-за болевания. Выпрямись ровно, я плечо. Сейчас перевесит, да. Пока там идет урок. Здесь школа уже сейчас начинается. Посмотрим. Так, пока погода хорошая. Ярослав с мамой на занятиях. Я сейчас зайду в управляющую компанию, потому что мама вчера позвонила и сказала, обрадовала, что пока она была у нас в эти дни, у нас перед подъездом и в подъезде демонтировали Ярослава пандусы. Вот, и внятного объяснения, что там живет дочка инженера управляющей компании вот над нами. Но дочка так ни одного ответа и не дала, почему это произошло. Пойду, зайду, посмотрю, что там, как. Потом уже будем думать, как правильно действовать и решать данную проблему. Ну что, я вышел в ЖЭКа. Но что самое интересное, ЖЭК говорит, что мы вообще не в курсе того, что сняли пандусы. И там, и что не было никакого указания, не было никакого решения, не было вообще, что типа они не в курсе. Я так говорю, что это получается, что воровство
Ну, они говорят, ну, значит так, значит, не знаю, значит придется. Просто мне надо будет сходить туда, посмотреть все это внимательно. А потом уже писать заявление в полицию, грубо говоря, что за дела. Поэтому вот такие у нас дела творятся. Ладно, потом решим. Ну ладно, ничего. Ага. Хорошо, ладно, потом посмотрим. Ладно. Хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Давай. Давай. Куда он разговаривает? Да, бабуля. Она говорит, я посмотрел, это лагунды срезали. Ну, я имею в виду срезали, потому что где там приварено в трех местах было. Ну, не знаю сейчас, я не могу сказать, надо пойти посмотреть все. Что там как. Будет видно, что делать. Готов? Раз, два, три, прыгай. Так, еще раз. Раз, два, три. Нет. Это у нас Леонов или Михайлов? Тебе надо наклониться. Ну что, поможете? Только не для силы, не дай. Давай, давай. Да. Тяни, тяни, да, тяни. Да, тяни. Давай. Просто мы пробуем. Пробуем, пробуем. Давай, 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 давай. Хорош, хорош. Все, мы попробовали. Ноги на ширине 15-20 сантиметров. А мы на краешек. Два наклончика плавных разминочных и один самый низкий на секунду задержаться. Да. Коленки не гнем. 13. Отлично! Ну, молодец! Учимся! Да, мы учимся! Ну? Нет! Надо бросить! Брось! Бросить в корзину! Да ничего, ты Это кто этого? Никто! Разворачивайся, давай, да? Еще раз! Ну, пробуй. Еще попробуй. Левша. Так, пока давай левый, как можно. Посильнее. Посильнее. Держи второй. И... еще раз. Можешь, да. Вот он, есть. А ты говоришь, не можешь. Видишь, прямо вот такое кольцо попало. Еще один раз и все, и будет твой. Смотри только, куда кидаешь. Вперед, смотри. Нельзя отдыхать, надо сюда сделать, чтобы... Один метр локоточками достать. Просто собрается уже. Да, уезжаем. Да. Пробуй еще разик. Так. Не спеши. Да. Дебиц. Сейчас сдавали ГТО. Я тоже сдавала, но я уже бросила, не успеваю. Мне надо на мастер-класс. Машину надо было раньше вызвать, а что-то я поздно. Голова мокрая. Идеально. Вот еще что-то льется. Нормально. Просто почему, чем на Валбрисе хорошо? На Валбрисе просто могут часто бывать скидки. Ну да. Это единственное, чем Валбрис хорош, да, как бы этот. В принципе, на Валбрисе то же самое, цены такие же, как и в магазине. Но вот этот тон, по-моему, он стоит, если в магазине, рублей 800-900. Вот этот? Угу. На скидках.
Не на скидках, просто обычная цена его. В районе 1000 рублей он стоит. Больше тысячи. И это абсолютно косметика. У них и корейская косметика, вот эти все тоненькие, вот это вот все. Все то же самое. Говорю, в линейке корейской косметики вообще не привязывайтесь к какому. Ну, я люблю вот эту вот серию, да, но не обязательно. Дома я вообще, вот что было, на что там денег хватило, допустим, на сдачу, да, там, я такой тоник и купила. 10 час. Я топаю домой. Ну, вот так бывает. Я 5 часов поехала быстро. 6, 7, 8, 9, 4. Часа 10 час иду. Надеюсь. Хотела сначала сейчас на такси сесть, потом думаю, нет, ладно. Пройдусь кислородом, пускай она насыпется, организм. И мозг в том числе. Правда, завтра у нас лошади. Ну, работа превыше всего. Работать тоже надо. Так не бывает, чтобы не работать. Денежки нужно зарабатывать. Немножко освещение. То есть у меня зарядки очень мало. Я брала с собой зарядник, но девочки попросили сначала. Я думала, мне хватит. А зарядник быстро израсходовался. И я, главное, без шарфа, без ничего. Но я как на командные игры поскакала на машине. Думала, вернусь. Потом пойду. Ну, хорошо, хоть так вообще успела. Вот. А теперь у меня еще минут 15. Надеюсь, там... Честно, что я пытался звонить, но я отключилась. Потому что было интересно самой. Потому что это был мой мастер-класс, который я проводила. Ну, то есть организовала. Поэтому надо было присутствовать без всяких выяснялок. Так, надо сейчас карточку убрать. Посмотрите, какая красота. Что-то у меня срывается. Смотрите, какая красота, какая голубая. Все светится. Так, ладно, то у меня зарядка закончится. Пойду домой посмотрим, что там у меня. У народа моего. Красиво, да? Все голубое, все светится. Вечерний бонус за то, что себя хорошо вел. Мать играет в нее. Ай, ай. Как проиграть? А как проиграть? Ай. А, все, пропало. У нас вечернее вот развлечение. Ай! То я играю, то мама.